25 мая в Заинске прием населения провел депутат Госсовета Республики Татарстан Ильшат Аминов. На этот раз на прием к депутату записались 4 жителя города и района. Жительница деревни Именлибаш Минезакия Абдрахимова попросила Ильшат Аминова оказать помощь. В ее хозяйстве произошел пожар, и теперь она надеется на помощь всех, кто может помочь. Жители обращаются с самыми разными вопросами. Это и жилищно-коммунальное хозяйство, это наши вечные проблемы. Ну, это общероссийские проблемы, это и проблемы там... Первый раз столкнулся с этой проблемой, с какими-то удержаниями из банковской карты. Может быть, это вот сейчас будем разбираться, что это такое. И вот тот случай, когда мы действительно все должны всем миром помочь, это вот она живет в селе Именлибаш. Бабушка, у нее там крыша сгорела у дома. Ну, это может случиться с каждым, не дай бог, конечно. Но это тот случай, когда вот надо всем миром собраться и конкретно помочь людям, чтобы у них крыша над головой появилась. Также на этот раз депутаты попросили помочь с решением спорного вопроса по линии пенсионного фонда, ситуации с банковской картой и ряд других вопросов.